В Хабаровск Сергей Шойгу прибыл спецрейсом из Пекина. В течение нескольких дней глава МЧС вел переговоры с китайской стороной о заключении межправительственного соглашения о сотрудничестве в области ликвидации чрезвычайной ситуации. В случае, если этот документ будет подписан, стороны возьмут на себя обязательство оказывать друг другу помощь в условиях чрезвычайной ситуации.